я его не вижу. Да, подожди. Вон, вот, пошли. Мы увидели олененка. Здесь суховато, грибов нет. Но мы немножко отъехали от тех маслят, где мы нашли много маслят. Не так уж много, но неплохо. Не зря приехали. Хоть поудивлялись. А как ручная. Ну, проверь за это дерево уже. Все. Стой. Я ее вижу, но снять вот, не могу. Вот снять сейчас не могу. Будет снимать. Вот будет хорошо съемка. Вот. Она уйдет, я ее теперь... Вон она идет. Ты видишь? Чего ж она? Она будет. Вроде не раненая, ничего. Молодая. Это лось. Лосенок, это лось. Точно, бедненький, вон как ножками ходит. Чего ж он тут близко, около дорог? Боится, наверное, там кого-то. Здесь ему лучше выжить, потому что там в лесу, может, какие волки. Пробежался немножко. Да я его уже не вижу. А этого оленя, лося, только что он вот здесь, где-то за деревьями сейчас. Вышла из машины, а здесь грибы, посмотри на. И не один, а вон сколько их, они в траве, я же вижу, вот целый ряд, ну, смотри. Вот, как ты говорила, не... Рядовки, настоящие маслята, а рядовки. Вот тебе и стой. Ух ты, ну хорошо. Щавля набрала. Ой, надо резать. Надо смотреть, может быть они еще и хорошие, может не червивые. Что за грибы? Ну это ж не маховики. Ой, какой масленок, слушай. Да это вообще пол сковородки сразу мне будет. Смотри, какой чистый. Даже не режь его. И резать не буду. Резать его. Ты смотри, кто бы это подумал. Но этот не очень, да? Этот не очень. Из него что-то можно взять. А этот чистый. Удивительный. Где ж наш олень там? Ну ладно. Хорошо, оленя увидели. Угу. Посмотрим дома. Не так уж жирно у нас сегодня. Это надо, наверное, уже все. Не, нормально. Там есть точка, ну ладно, выберем, может быть. Места хорошие. Только выглянули. Вот, что это такое, плохой или хороший? Это плохой очень. Это уже плохой уже. Стали мы из того леса, где сейчас в траве нашли маслята. И конец куплета на этом. Сейчас мы идем в другой лес.